Друзья мои, всем привет! Вы на канале «Мой сад, моя гордость» и с вами Елена. Сегодня я пришла в гости к своей соседке Светлане и хотела показать ее красоту на сегодняшний день. Сегодня у нас 24 сентября. И я хотела такой небольшой обзорчик сделать. Хотя у нас погода вроде бы солнышко, но такой ветер сильный. Не знаю, получится ролик, не получится ролик, потому что ветер такой сильный. И как бы он не помешал нашему ролику. Интересный такой цветочек. Красивый такой прямо. Очень красивый, как башмачки такие висят. Даже не знаю, что это за цветок такой. Надо у Светы спросить. Просто послушайте музыку. Это петуния. Видите, какой она сильный. Это у нее здесь альпийская горка. Очень красиво сделано, очень оригинально. Петя петушок, золотой гребешок. Мухоморы такие у нее спрятались в цветах. Фиалок. Фиалки еще радуют. Посмотрите, какая красотулечка. Они сами сеются по огороду. А гератум уже отцветает. Очень красиво, он мне очень нравится. Смотрите, какая сосенка карликовая. Сильный, конечно, ветер. Сентябринки, которые нас радуют в сентябре и до самого снега. Это гейхерочка. Стелющаяся сосенка, горная, наверное. Вот мне тоже очень нравится у нее. Карликовая. Карликовый кедр или карликовая сосна. Ну вот еще, друзья, василисник. До сих пор стоит, цветет и пахнет. Как я вам и говорила, очень долго он цветет, очень долго. Посмотрите, какая прелесть. Просто прелесть. Фиолетовое облако. Вот такой он огромный вымахал под 3 метра ростом. Сейчас я вот отойду подальше, специально покажу, какого он размера вырастает. Очень красивый.
очень. Вся нежность в нем. Просто вам рекомендую, друзья, вот садить вот такую красоту, василисники. Вы не разочаруетесь в них. Конечно, их нужно подвязывать, потому что они очень хрупкие. Но такое пятно яркое. Если его посадить куда-то на задний план, вот так же, к Альпийской горке на задний план, очень красиво. А это вот душничка, друзья, чай заваривать. Очень вкусная, ароматная. Кто любит душничку, чай пить, это вообще очень вкусный, ароматный чай получается. Посмотрите, какая прелесть. Какие они нежные. Очень красиво, очень. Это вот я Свете лимонник давала. Вот так он уже у нее нарос. Хотя я ей говорила, что Света, нужно арку, конечно, под такие вещи. Он очень большой вырастает. Но я думаю, на будущий год она поставит все-таки арку. Пчелки до сих пор работают. Бергамотик тоже хорошо в чай заваривать. Это я тоже Свите давала. У меня их три вида. Красный, вот такой коралловый и еще фиолетового цвета. Прям трогаешь, и такой запах уже стоит. Просто даже вот и аромат уже исходит от него. Да, скоро мы не будем видеть такую красоту. Еще маленько и все, друзья мои. Еще совсем чуть-чуть и все. Смотрю, у нее вон спирейка. Начала второй раз цвести. Вот тоже интересный кустик такой. Это, наверное, пузыроплодник. Смотрите, какая красота. Как снежные такие. Как заснеженный кустик такой. Очень оригинально смотрится. Надо мне тоже такой посадить. Ну, вот такая вот прелесть, друзья мои. Что вам еще? Пойдемте вон еще туда сходим. Экскурсия, да, по огороду у соседки. Вот тоже ей вот такую ромашку я давала. Это из новинок у меня. Какая она прелестная. Она невысокая. Ну вот посмотрите, наподобие хризантемы.
маргаритки у нее вот такие вот еще цветут. Красивые. Очень красиво. Какой огромный шар. Прелестный. А вот посмотрите, какая сентябринка. Огромный, просто огромный, наверное, метр на метр диаметр. Вот такой стоит шар большой. Какая все-таки прелесть. Уже много отцвело, а вот сентябринки начинают нас радовать, да? До самого снега. Астильбы уже отцветают. Я уже обрезала давно свои астильбы. Вот такая вот прелесть. Вот еще тоже как красивенько. Ну вот вам такой небольшой ролик. Попросила меня одна подписчица сходить к соседке в гости. Показать, что у нее там на сегодняшний день. Ну вот, тоже Света уже практически все порядок навела в огороде. Чистота и порядок. В общем, друзья мои, кому понравился мой ролик, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, друзья мои. И всем до новых встреч. Пока-пока.